Здравствуйте, ребята! Ребята, сегодня мы с вами поговорим о морском жителе. О каком вы должны угадать загадку? Слушайте внимательно. Ты со мной не знаком. Я живу на дне морском. Голова и 8 ног. Я веселый осьминог. Правильно. Ребята, осьминог живет у самого дна, скрываясь между камнями или в подводных пещерах. Какие части тела есть у осьминога? У него 8 ног, щупальцы и голова. А еще большие и зоркие глаза, потому что он живет глубоко под водой, куда не проникает солнечный луч. Ребята, а есть ли сходство осьминога с другими животными? Да, он, как ящерица, может отбрасывать свои конечности. Если осьминога схватить за щупальцу, то она может отвалиться, словно ее отрезали. Потом рана быстро заживает и вырастает новое щупальце, так же, как хвост у ящерицы. А чем питается осьминог? Рыбой, крабами, креветками. Осьминог является отличным охотником. Он очень быстро передвигается под водой и достигает свою добычу. А еще осьминог может менять окраску, поэтому его трудно заметить на фоне дна или подводных скал. Ребята, послушайте стихотворение. Жил осьминог со своей осьминожкой, и было у них осьминожков немножко. Все они были разного цвета. Первый зеленый, второй фиолетовый, третий, как зебра, весь полосатый. Черные оба, четвертый и пятый. Шестой темно-синий. От носа до ножек, желтый-прижелтый, седьмой осьминожек. Восьмой, словно спелая ягода, красный. Словно не дети, а тюбики с краской. Ребята, посмотрите на картинку. Давайте посчитаем, сколько же здесь нарисовано осьминожков. 1, 2, 3, 4, 5. А давайте теперь назовем, какого они цвета. Какой это цвет? Фиолетовый. Желтый. Розовый, голубой, зеленый. Правильно, молодцы. А теперь, ребята, давайте с вами слепим из пластилина осьминога. Берем пластилин красного цвета и раскатываем вот такой шар. Круговыми движениями раскатываем, и у нас получился вот такой шар. И теперь мы нашему шару придаем форму груши.
Немножко вытягиваем. Вот так немножко вытянули. И теперь раскатываем ножки. Раскатываем такие тонкие колбаски. Это будут ножки у осьминога. Сколько ножек у осьминога? 8, правильно. И теперь соединяем. Так, соединили. А еще, ребята, можно вот этот кончик немножко свернуть. Вот таким образом. А теперь слепим осьминожки глазки. Раскатываем два маленьких шарика. Сплющиваем их, пальчиками нажимаем. И соединяем. Так, и теперь нужно сделать зрачки. Они у нас будут черного цвета. Берем пластилин черного цвета, раскатываем два маленьких шарика и соединяем. Вот так. И также при помощи стеки мы нарисуем улыбающийся ротик. Чтобы наш осьминог был добрым и дружелюбным. Ну вот, ребята, наш осьминог готов.